1944 году мы приехали в Нальчик. Ехали поздно осенью, уже было прохладно. Ну, еще не то, что прохладно, туманы стояли. В Нальчике всегда в осень, в сентябре это туманы стоят. Но я начитанный был пацан, да. Читал Лермонтова, Говарда. Там, но если читаешь Лермонтова, ты горы не можешь не полюбить. Хоть я на заре своих дней, о, милые горы, что ли, отторгнут от вас, как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ. Когда мы приехали, этот вокзал весь был разрушен, только купол этот круглый лежал на земле. И вокруг кирпичи были, обломки. Говорит, нет, мы вот так вот через огороды пойдем. И вот мы пошли, вот если вот так вот, ты помнишь, вот так Ленинский проспект, здесь вот вокзал. А мы шли вот так вот по диагонали, там называли планы. Шли, а что меня поразило, значит, шли мы через кукурузные поля. Ну не поля уже, это кукурузу сломали, эти будылки называются, стояли, мы их раздвигали, шли. Земля такая скользкая, ну где эти горы-то у нас? Короче, мы не устали, легли спать. А потом просыпаемся на другой день. Я выхожу и... А, вот оно, горы-то где. Понимаешь, там же видно хорошо эти горы. Белые. Там же домов этих не было. Вот этих домов, которые там сейчас все до конца. Нет. И горы белые. Обалдел. Господи, вот то, что я увидел. Короче говоря, мама повела меня вот там, где баба Катя жила. Вот в этот домик, там была школа. Зашли, мы вот по этому коридорчику, как у нее там теперь коридорчик кухонька была, да. Какой-то коридорчик был до конца. А там тоже какие-то классы были, вот этот класс, и там вход был оттуда, откуда мы ходили. Вот этот же вход, поворачиваешь к ней и идешь по этому коридору. Только у нее тут кухонька была, да, и за стенкой класс. А вот когда до конца дойдешь, когда вот к ней сюда, в спальню, в эту комнату, тут была дверь, класс. Ну, в общем, та сказала, знаете, сейчас уже год прошел, я не советую, вы переезжали. Ну, ничего, возраст такой, на будущий год пойдет, школа нормально. А на другой год уже не в эту школу. Нас всегда гоняли разбирать разрушенные дома. На носилках и выносили, приходили мы, не знаю, в субботу-воскресенье, наверное. Приходили, все нас куда-то вели, давали носилки. То вот этот парк внизу, у речки парк, его называли трек. Он был отгорожен от реки высокой стенкой из диких камней сложенной. Но потом начались сильные ливни, и мы были свидетели, стояли, смотрели, как эту стенку подмывают, она раз туда. Мост, от которого был вольный, он не был такой железный, был такой деревянный, его сносило каждый, как наводнение его сносило. Потом новый ставили, все. А вот там решили восстанавливать этот трек. И нас гоняли в этот трек, мы копали. Копали там, назвали Комсомольское озеро. Выше там озерко, сейчас его нет почему-то, не стали. Раньше было озерко это, и мы копали лопатами. Когда идешь по еловой аллее, помнишь, голубые ели, аллеи? Справа дворец пионеров был, а слева стояли разрушенные дома, там музыкальная школа была. И там была школа профсоюзов. Во время, после революции, до войны. Школа профсоюза, большое здание. Так это все было разрушено. Но начали с чего? Потом деревья сажали. В общем, начали строить. Мы вот эти выносили мусор, потом стали потихоньку строить дом. Портактивы стали делать сразу. В 1937 году строили. Обвинили инженера, что он сделал здание такое, что когда зайдет партийные работники, зайдут, оно рухнет, их задавит. Его расстреляли, конечно. После этого, после войны, это здание одно осталось, стояло. Потом там на углу здания был детский универмаг, разрушен был весь разрушен. Ну и все, остальное, там все хибары стояли, какие-то где-то стояли, где-то разрушены. Были, вокзал валялся. Этих нет было домиков других. Тут дом был один, и там дальше был дом. И вот в этом подвале этого дома были пленные немцы, жили. Мы проходили всегда, смотрели, мы там на планах жили, мимо ходили, с речки туда-сюда. Я помню, что они все время из каких-то маленьких коробочек консервы ели. Ну, видно, немецкие консервы. Потому что у нас же таких не было, такие маленькие коробочки. Все. И вот их гоняли, они разбирали дома сломанные, это все тоже что-то на стройке. Они строили дорогу от банка, знаешь, Госбанк там. Ну, там с такой вышечкой, турбаза была. Угу.
вот от этого улицы они строят до Долинска. Там, во-первых, был один маленький такой низенький человечек, рыженький. Он переводчиком был. И что меня поразило, что один у них, видимо, был старший, с линейкой ходил. Измерял так, наклон туда-сюда. Все время ходил. И они все, как он говорил, поправляют. До сих пор эта дорога стоит. Представляешь? Потом помню, когда мы на клинической жили, проходили немцы. И все время просили, работа какая-нибудь есть. Они не хватало еды, они думают, что-то поработать. Ну, нет, не говорите с ним. Потом однажды я выхожу из дома, смотрю, лежит вот такой значок. На красном поле фашистский знак. И он прикрепляет булавочкой. Ну, там ужасно, мы же тогда меняли ордена, там что-то такое, значки всякие. Вот. Но я пришел домой, похвалился, а еще отец был. Он взял и стал отламывать эту булавку. Да зачем, ну что-то ломать? А он, видно, боялся, что прикрепишь. И отломал эту булавку, говорит, на теперь возьми, я ее поменял на что-то, потому что уже ценности нет. Когда плохие времена стали, жрать нечего, то вот те же КГБшники, они там взяли участок и сказали, кто хочет, пожалуйста, возьмите делянку. На делянке разделили, мама взяла тоже. Но... это участок казенный был, не наш. Это было в степи, и там воды не было. Воды не было. Туда надо было воду подводить, а тогда засушливое лето было. У кого-то кукуруза выросла немножко, там 2-3, а в основном ничего. Может быть, и раньше посадили. Никто там, если бы как-то кто-то за этим смотрел. А мы дети, нам наплевать, а взрослые никто. Мама работала с утра до вечера, тетя Оля тоже не может. А потом они сельское хозяйство тоже не занимались этим никогда, понимаешь, толком. На той стороне Вольного Ола. Ну, мы не ходили в Вольного Ола, ходили через него. Там, значит, так, вот там, где мост, знаешь, через речку большую? Ну, да. Там дальше был Вольноол, и тут Вольноол был где-то, так не было далеко его, он где-то был недалеко от моста. Маленький был Вольноол. Это сейчас потом, где мы приходим, тут дома, там ничего этого не было. Там хибарки были. Но там было дальше, значит, хозяйство, где разводили розы. Какое-то хозяйство было, и вот там везде высажены. А я с ребятами ходил на Сарой гору, вот ходил с ними, да. И вот через это место мы проходили, через этот розарий, смотрели эти розы, все. Она была открыта, ничего. Потом уже стали огораживать, закрывать, там, понимаешь. Ну, а вот потом стали строить это Вольный Ол, сейчас он как раз строился. Там, извини, целый город стал. Когда мы были, так он был, вот кучка только была. Вот. А когда мы были там, вот после войны, пацаны, мы только одни на речку бегали. Мы идем купаться. Нам по мешку дают вот дрова там насобирать и плавунец этот. И притащим, напилим, и на этом готовились. Парк был всегда. Парк был шикарный парк. Но аллеи потом сделали. Вот там основная аллея была просто такая. Асфальт сделали потом уже. А сбоку были вообще земляные. Вот справа, тут, если туда идти, был русский театр, назывался. Потом его переименовали уже кабардинский. Но вот это, когда идешь мимо этого театра, там была такая лейка, длинная, но она земляная была, я по ней бегал, тренировался. Когда на Советской жил, я каждое утро бегал туда, до этого, до аттракционов и обратно. Аттракционы тогда не были, но место было. Ну, там стоят два памятника, знаешь, на дороге вот с орлами. Вот до этих пор добегаю и обратно. И потом смотрю, я уже после армии приехал, заасфальтировали вот эту самую Комсомольскую аллею. Я говорю, надо же, как это можно, заасфальтировать, как где тренироваться-то бегать-то. Ну и стали постепенно там, прежде всего с этой улицы, Степная называлась улица, проспект Ленина. Все домики эти убрали куда-то, ну постепенно убрали. Степная называлась. Просто широкая степь и все вот так, ничего не было. И дома стояли избушки, мазанки эти. Я даже ходил, смотрел, когда на Кабардинской сносили, там ставят столбы вот так. Потом, значит, вот так столбы связывают это. И здесь они делают плетни и обмазывают глиной. Это в лучшем случае. Иногда они делают кирпичи, кирпич сырец, глину с соломой рубленой. Мешают ногами, потом лепят кирпичики, на солнце высушивают и складывают. Вот. Ну, а чаще всего так просто обмазывают это временно.
И сверху тоже так доски, а потом плитни лежат и тоже обмазаны. Ушел в армию, когда мама пошла и поставила на очередь. Мы же как комнатку занимали там паршивку. Она поставила на очередь. Я приехал, она говорит, вот тебе документы, вот иди теперь добивайся. Ну а меня в армию, в партию, сагитировал в партию майор Нейман. Показал билеты, пошел все. Зашел к этому, сказали, что вот этот зампред занимается этим вопросом. Я пришел к нему утром рано. Подождал, вот там сидит секретарша. Он занят. Я говорю, ну когда может? Я уже жду, сколько здесь. Она говорит, он занят. Я тогда прямо иду, дверь открываю, захожу. Он сидит, газету читает. Занят. Что вы хотели? Я говорю, вот так и так. Я вернулся из армии. На очереди стоит, мама поставила. В квартире даже разговора нет, не дали. Я говорю, вы знаете, когда, говорю, я был пацаном здесь, после войны, мы вот носилками, вот этими руками, с пацанами вытаскивали мусор из этих домов. Хлам всякий. Потом, говорит, эти дома построили и кому-то дали. А я вот сижу без квартиры. Ну хорошо, идите. Через какое-то время мы вот там на Советской, я на полу спал. Там под столом ноги туда-сюда. Эти все. Он заходит, этот секретарь горкома партии. Я, наверное, передал ему, посмотри. Адрес все спросил, я сказал. И заходит, он без руки был, этот фронтовик. Открыл дверь. Вот такие-то здесь, да. Вот так посмотрим. Сколько у вас человек? Мама говорит, тот столько. И как вы здесь живете? Как так можно жить? Он говорит, ну вот так. Ну хорошо, запишите. Вот нам тогда дали, две комнаты дали. Вот этот случай был, когда где-то в горах, я даже не знаю, где, не помню. Там окружили в какой-то, ну там есть такие заброшенные в горах бывали. Ну, допустим, там какая-то кошара или дом каменный, но старый уже, обвалился. Они там прятались, бандиты. Бандитов много было, они там все были. Их окружили войска и предложили сдаться. Они не стали сдаваться, стали отстреливаться. Мы били их там, перебили. И они убили 7 милиционеров. А они, милиционеры, выходи, они думают, форму надел, и все выйдут руки по ним. Там бандиты такие. Вот там банда была, они окружили. Может быть, помощь подкинули этих с автоматами солдат, ну, 7 ментов они убили. В доме пионеров я сам ходил, там стояли столы, 7 столов красным покрыты, лежали 7 милиционеров в гробиках. Их хоронили там с почестями. Я ходил, ну, дойду до Белой речки. Там никого же не было вокруг. Вольного не было, там никого не было. Дойду до речки Белой, потом пойду сюда по речке, потом там хребет, там уже камни пошли такие, я даже однажды здесь вот до сих пор у меня вот кость такая выбоина, я на камень острый как ударился, и так больно было, вот такая, вот сейчас трогаю яму, ломал кость вот здесь, вот сейчас выбил, ну думаю, если я так пойду, может я вообще ноги сломаю, я вылез на гребень, пошел по гребню, иду, смотрю, дерево стоит, вот так вот, тут тропа идет старая, видно, что тропа была, слева послабее деревья, а здесь крупные деревья такие в обхват. Иду, потом смотрю на деревья, какие-то надписи вырезаны, старые уже. И подошел, посмотрел, там написано год, фамилии там. Аж заплыло все, понимаешь. Это потом через время ходил туда, а там уже если следов-то не найдешь, просто видно что-то. Но это не свежие следы, значит они уже заросли. А уже были заплывшие такие. Значит, года два прошло с того момента, когда они прошли. Это сейчас я скажу, когда было. В 44-м мы приехали, 44-м. Ну, 45-й, 46-й я там где-то ходил. Угу. И вот я, потому что я уже взрослый был, я не боялся. Знал дорогу, знал места. Если там кто-то, я встану за дерево, постою, пошел, наверное, потихоньку. Ну, там никого я не встречал. Только видел, для нас старик там рубил какой-то хворост. Грузия, мы попали в 46-м году, первый раз. Значит, мама работала в КГБ. КГБ предложили поехать в Прельбрусье, потому что там освободили, хотели поехать посмотреть, никто там не был. Они организовали грузовую машину. Лавки сделали там все и поехали. Но КГБ все могло, понимаешь, в то время. Решили поехать, повезти людей. Ну и я поехал, мама взяла меня с собой. Значит, дорога была, конечно... Вот этой асфальтовой, конечно, не было никакой дороги. Там где-то были немножко асфальт вначале, а потом все это начинает так. Вот Гунделин, там нет, ну, Заюково, знаешь, где Заюково? Длинное село такое. Вот где-то оно кончалось, и кончался асфальт.
А там началось вот так. Причем там «Пронеси Господи», вот такой скалы висели над головой, их потом срубили. Угу. Вот. И по этой дороге, грунтовой фактически, ну там, знаешь же, дорога жесткая, там же нет грязи такой. Это нормально, машина простая, машина была как, то ли ЗИС-3, то ли полуторка, даже не помню. Человек было, наверное, 15. Былым. Былыми мы остановились. Поселок Былых Полкарский. Там он маленький был, но там люди жили. Хатки у них и жили они. Там добывали каменный уголь. И вот мы ехали, ехали по этой дороге. Проехали Тырнауз. Да ну не было вообще Тырнауза. После войны не было его Тырнауза. Вот эти два домика там были, знаешь, стояли. Вот это что. Тырнаузский комбинат, он только начинал развиваться, и все было там, все, ничего там не было. А вот эти дома почему-то, они стояли. Потому что, может быть, в них жили немцы или кто, я не знаю. Они были построены из дикого камня. Знаешь, как крепость, вот так, один на один, розовым покрашен. И когда мы начали дальше продвигаться, ну, тут еще в начале дорога какая более-менее, а там, когда уже поехали дальше, вот когда начинается, сосны начинаются, там, значит, дорожка такая, приехали мы, ну, будем говорить, вот где Иткол сейчас, гостиница. Вот тут мы остановились. Нас предупредили, никуда в сторону не ходите. Здесь может быть заминировано. Ну, мы с пацанами, там еще какие-то мальчишки были, человека 2-3. Мы вот пошли вот по дороге, там наверх дорога была, тропа, тропы все были. Там слева река. И вот от этого подъема до реки там свалено было штук 20 танкеток. Или танки такие, только без башен, без пушек. Просто вот, скорее всего, как бронетранспортеры, куча прямо лежали. И вот там один мужик, там же мужики были, КГБшники, один говорит, вот здесь вот пытались наши подняться через перевал Дангузаро, и вот до этой подняли, а дальше не пошли машины, они просто покидали туда, не взорвали, просто свалили. И мы по ним лазили с пацанами, туда-сюда смотрели, ну там не только особенно. А справа там кто-то отходил, каски приносили простреленные, там какие-то гранаты, такие уже жабы. Ну, сказали, не трогайте, не дай бог, не взорвет. Потому что тут прошли саперы, но не гарантия, что там что-то там может не быть. Поели, попили что-то такое, сели и поехали обратно. Только там не было. Никого не было вообще. Никаких людей. Ну, кто там будет, если КГБшники едут? Это все принадлежало этому КГБ, вся территория, на проверке, все. Они, видимо, поехали, уже знали, что там никого не будет, и все. Запрещено было все. Вот с этой стороны, где Иткол, там ничего не было. Когда Иткол ставили, то раскапывают, смотрят, ящик. И думали, ну там осторожно, ну взрывчатка откопали, а там бутылки были с вином каким-то дорогим. Ну потом находили. А мои ребята, мы, когда приехали, открыли лагерь, детский лагерь альпинистский. Я тоже предупредил, ребята, вы смотрите осторожно, потому что может быть что-то там быть. Ну, они понатаскали этого гранаты старые, патроны старые, там куча целая, под кровать сложили, где-то у нас там была комната такая, под кровать все складывали туда. Ну, такие какие-то коробки, противогазы немецкие старые, ржавые, все собирали, гвозди какие-то, в общем, патроны. Внизу вот эта маленькая была группа людей жили, которые в Академии наук, один Судопылидзе там был из Грузии. Доктор наук. Вот там какие-то ребята грузин, две девки были. И они там вот это, нейтрино вот это все ловили. Во-первых, стали восстанавливать Тырнауз. Первонаперво стали восстанавливать электростанцию, которую немцы взорвали. Она маленькая, она и была построена для Тырнауза в свое время. Она маленькая, удобная. Ее быстро построили, восстановили и начали восстанавливать Тырнауз. И вот потом мы поехали, сказать, какой-то праздник, поехали в Тырнауз. А другого нет города. Такой угу. Приличный город, там шахтеры работают, получали они очень много денег, понимаешь, очень много. Вот, мы приехали туда, и там в Доме пионеров был концерт. И я помню, вот так, такая извилистая была наверх, я поднимался даже один раз на это. Не сама машина была, мы, у нас художник Панар был немец, в Доме пионеров мы рисовали, и он нас повез туда наверх. Мы сели, а машины там поднимаются, прямо попросил, садитесь, поехал. Ходили польские машины, белые, большие такие грузовые, Каролина называла, Каролина. И вот когда я смотрю, там одна внизу валяется, там одна валяется, то есть они
иногда тормоза не туда, понимаешь. Так вот, когда ехали, поднимается вот так, да, потом назад немножко сдаёт, потому что поворот так он не может сделать, круто очень. Вот так поднимается, потом так назад, потом сюда, потом так, опять назад. А он сказал так, предупреждает водитель: будьте осторожны, потому что машина может пойти вниз. И вот, говорит, несколько случаев у нас было. Машина начинает падать, а мы ногу перекинули, перепрыгнули на эту сторону. Машина улетела, а мы стоим. Значит, я вот вспомнил, что эти валялись, наверное, так же. Ну и вот потом мы поднялись наверх. Там, что меня поразило, такая высота, там пик назывался, как-то я уже не помню. И там наверху озеро. Чистейшая вода прямо. Чистая вода. Вот бери, пей. Чистая вода. Никакого мусора ничего. На самом верху вот пик этот вот. И вот такой пик прямо вот. А тут возле пика такая вот площадочка. Ну и не площадочка, вот это озеро. Озерце такое. Я прямо обалдел. Ну надо, что такое красота. Ну мы вот как раз ездили наверх с Ванахом. Посмотрели горы эти там. Панораму там. Спустились. А внизу вечером концерт дали. Девочки там плясали, балет какой-то выступал, песни пели, хор, что-то такое. Ну, а как-то мы смотрели, я уже не помню. Были какие-то дома, потом там наверху уже появились какие-то домики, потому что туда, там же тоже должны какие-то люди жить, те, которые работают. Там уже появились до реки домики. Но на ту сторону перейти было нельзя через... Сейчас там сделан мост, а там не было перевода. Там канат был, и поэтому какая-то вагонетка переправлялась, понимаешь? Вот это Тернаус, а потом уже, естественно, в следующий раз я попал в Тернаус, когда учился в педучилище. У нас был преподаватель физкультуры из Ленинградского института физкультуры в 30-е годы еще. Постой, приехал сюда и тут работал все время. Мы, как правило, все брали на базе, когда с ребятами мы ездили. Все консервы, все-все. Приезжали в Прельбрусе, там были киоски, как ни странно, и там продавали консервы. Интересно, что консервы продавали говяжьи и конские. Они дешевле были, конские. Я говорю, надо же конские, надо же купить как-то. Ну что, львы возьмем? Я говорю, да как, ребята? Он говорит, ты что? А мы посрываем наклейки. Мы купили больше половины конских консервов. Бумажки сорвали, что конские. И все, а часть у нас говяжья. Фрукты мы покупали в Баксане, в русском Баксане. Когда из Мальчика выезжаешь, первое поселение, русский Баксан, от него уже в гору идет дорога. Там очень был дешевый рынок фруктовый. Я прямо там знал заранее, останавливался. Я тебе говорил, брал два мешка, брали полный мешок яблок, помидоры в ящик, как перец, огурцы. Терсколе рынок появился, когда там люди поселились. Когда в Терсколе сделали дома для... Кому-то надо обслуживать это все. И там дали дома людям... квартиры, они там стали жить, и сразу рынок появился. И овощной, ну это уже дорого, там все привозное. Там ничего не растет, и все привозное. Мы из Нальчика возили туда продукты. Овощи в основном всегда. А когда я приехал после армии, мне некуда, я в школу не пошел, но октябрь месяц, кто же все занят. А мне один парень со мной там походил, он говорит, то вот там нужен человека на ледовую базу зимовать. Пойдешь? Я говорю, пойду, а чем здесь сидеть в городе, болтаться, я лучше, да, пойду, деньги заработаю. Вот я туда-то поехал, и я там до мая месяца сидел. И там один преподаватель собрал группу на Черное море. Он взял меня, я пошел с ним, первый раз на Черное море я пошел. Билеты взяли на один билет меньше. Он говорит, кому-то, когда стала проверка, кому-то придется там выйти там, в тамбур или куда-то. Ну, я говорю, давайте я пойду. А там тащится он так не скоро. Я вышел, сел на ступеньки, там такие ступеньки были еще, и ехал долго, полночи. Я просто открыл, вышел, сел там, приступок такой, ступеньки, сел и ехал. Последний раз был, когда, сейчас скажу, когда мне было 80 лет.